Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире Бешенковичское районное радио и его ведущая Катерина Субач. Как всегда в это время мы встречаемся с вами в диапазоне ультракоротких волн на частоте 70-67 МГц. В ближайшие 15 минут эфирного времени мы познакомим вас с основными событиями Республики и Предвинского края. Выборы президента Беларуси 2015. Участие в избирательной кампании продолжают Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Николай Лохович. Такое решение Центр избирком принял в связи с тем, что инициативные группы этих кандидатов смогли собрать более 100 тысяч достоверных подписей. Кандидаты представили корректные декларации о доходах и имуществе, свои и совершеннолетних членов семьи, которые проживают вместе с ними, или декларации с незначительными ошибками, а их биографии соответствуют действительности. Еще двоим претендентам на высший государственный пост в регистрации отказано. Комплекты документов для рассмотрения в Центр избирком ранее подали Виктор Терещенко и Жанна Романовская. Отказ в регистрации аргументирован тем, что подавляющее большинство подписей, представленных в территориальной комиссии инициативными группами Виктора Терещенко, по итогам проверок признаны недостоверными. Инициативные группы Жанны Романовской изначально не смогли собрать необходимого числа подписей. Следовательно, оба этих потенциальных кандидата не могли пройти в регистрацию Центра избиркома и принять участие в следующем этапе президентской кампании – предвыборной агитации. Бешенковичский районный исполнительный комитет 9 сентября принял решение об определении помещений для проведения встреч кандидатов в президенты Республики Беларусь, их достоверных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями. На основании пункта 2 части 6 статьи 24, части 7 статьи 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь по согласованию с Бешенковичской районной комиссией по выборам президента Республики Беларусь, Бешенковичский районный исполнительный комитет решил определить следующее помещение для проведения встреч кандидатов в президенты Республики Беларусь и их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателей. Так, встречи будут проходить в зрительных и актовых залах Бешенковичского районного дома культуры, районного производственного участка Бешенковича Райгаз, филиала Бешенковичского дорожного строительного управления номер 110 коммунального унитарного предприятия Витебск облдорстрой, Бешенковичского райпо, Бешенковичского филиала Республиканского учебного центра ЛЕС, Плиская сельская библиотека клуб, Островинский сельский дом культуры, Синицкий сельский клуб, Задорожский сельский дом культуры, Ржавский сельский дом культуры, Верхнекривинский сельский клуб библиотека, Плиский сельский клуб, Верховский сельский дом культуры, Свечанский сельский клуб библиотека, Политодельский сельский клуб, Дроздовский сельский клуб, Бачейковский сельский дом культуры, Низголовский сельский клуб, Сокоровский сельский клуб, Ульский сельский дом культуры. Работа с населением. Сегодня, 14 сентября, начальник Витебской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Сергеевич Павлов проведет прямую линию по вопросам природоохранного законодательства. Связаться с Владимиром Сергеевичем можно с 9 до 12 часов по телефону 80212-26-95-62. За культуру населенных пунктов. Как рассказала редакции председатель Бачейковского сельсполкома Галина Викторовна Щука, в последнее время жители сельсовета стали обращаться к местной власти за помощью в удалении аварийных деревьев на кладбищах. По словам Галины Викторовны, с недавнего времени все места захоронения переданы на баланс унитарного коммунального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Бешенковичский коммунальник». Так, по состоянию на 10 сентября опытные альпинисты начали в регионе свои промышленные работы. Кладбище – очень опасная зона для спила деревьев. Большие деревья зачастую окружены дорогими памятниками и монументами. Если на своем садовом участке части деревьев можно сбрасывать туда, куда вам заблагорассудится, то на кладбище даже опытным специалистам приходится быть в этом предельно внимательными и осторожными. Количество убранных деревьев пока неизвестно. Все будет зависеть от сложности работ и погодных условий. В планах убрать аварийные деревья на кладбищах в населенных пунктах Новое Село, Скакуновщина, Жарносеково и некоторых других. Ваше здоровье.
К сожалению, в последнее время очень много людей употребляют пиво. Человека с этим горячительным напитком можно встретить практически повсюду. В подъездах, парках, на детских площадках, общественном транспорте. Но мало людей знают, что пиво признано самым опасным алкогольным напитком. Более подробно об этой болезни расскажет врач-психиатр-нарколог районной больницы Нина Павловна Муратова. Увидеть молодого человека с бутылкой или баночкой пива в руках – реалии сегодняшнего дня. Для многих пить пиво – это модно, приятно. Оно создает дружелюбную атмосферу, помогает отдыхать, расслабиться. Что же на самом деле скрывается за эпитетами, которые награждают этот пенный напиток его любители? Пиво – это алкогольный напиток, изготовленный из воды, ячменной солода, дрожжей и хмеля путем ферментативного брожения. Содержание этилового спирта в нем колеблется в зависимости от сорта – от 3,7% до 12%. В процессе брожения в пиве образуются побочные продукты, обладающие токсическими свойствами. Это альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры. Их содержание в пиве в десятки и сотни раз превышает уровень их допустимой концентрации в водке. Алкоголь усиливает токсическое действие компонентов пива, даже если они содержатся в нем в очень малых количествах. Чем выше крепость пива, тем агрессивнее ведут себя ядовитые вещества. По вредному воздействию на организм пиво может сравниться разве что с самогоном. Пивной алкоголизм формируется более чем в 3 раза быстрее водочного. Труднее поддается лечению, так как с влечением к пиву сложнее бороться, чем с влечением к водке. Опасность представляет даже безалкогольное пиво, поскольку алкоголь в нем, пусть даже не в больших количествах, но все же присутствует. Именно со стакана безалкогольного пива может начаться очередной запой у лиц с алкогольной зависимостью. Не думайте, что выпить пиво раз-два в неделю – это нормально. Такое отношение к пиву крайне опасно. Одна бутылка 5% пива в среднем равна 50 грамм водки, а 9% пива – 100 грамм водки. Человек, выпивающий в течение дня литр-полтора пива, принимает изрядную дозу алкоголя от 100 до 300 грамм. Если подросток выпивает 3-4 раза в месяц, это уже злоупотребление, и очень серьезное. Вследствие физиологических и психологических особенностей организма той или иной категории людей противопоказано любое употребление алкоголя, в том числе и пива. В группе риска относятся прежде всего подростки, молодые люди до 21 года, зависимость от алкоголя у которых формируется в 3-4 раза быстрее, чем у взрослого человека. Неумеренное потребление пива серьезно влияет на жизненно важные органы и системы организма. Страдает прежде всего сердце и сосуды, так как пиво быстро всасывается и переполняет кровеносное русло, вызывая расширение вен, увеличивая размеры сердца, синдром пивного сердца. Пиво содержит кобальт, который замещает кальций в сердечной мышце, что способствует снижению ее сократительной способностью и развитию сердечной недостаточностью. Содержание кобальта в сердечной мышце у любителей пива превышает допустимую норму в 10 раз. Содержит вещества, которые провоцируют повышение артериального давления, вызывают головную боль, могут привести к поражению почек. Нарушаются обменные процессы за счет вымывания из организма калия и магния, что приводит к нарушению сердечного ритма, сухости кожи, болям икроножных мышц, слабости в ногах, раздражительности, плаксивости, плохому сну. Происходит эндокринное нарушение, влекущее за собой серьезные изменения в репродуктивной сфере. У мужчин становится шире таз, увеличиваются грудные железы, у женщин становится грубее голос, появляются усы. Из-за токсического поражения яичек у мужчин развивается бесплодие. Клетки печени постепенно гибнут, они сморщиваются, утрачивают свою жизненную функцию. От цирроза печени чаще всего умирают именно любители пива. Страдает нервная система, ухудшается память, ослабевает внимание, нарушаются мыслительные процессы. Запомни, для молодого растущего организма, который не закончил свое формирование, любая доза алкоголя, содержащая в пиве, тоже вредна. Если хотя бы один из родителей или кровных родственников пьет или пил, шансов получить алкогольную зависимость с помощью пива, в том числе, у тебя в 4 раза больше, чем у твоего сверстника из непьющей семьи. Если для решения своих проблем ты прибегаешь к помощи спиртного, пиво в том числе, к старым проблемам, ты добавляешь новые. Высокий риск развития алкоголизма, вылечить который невозможно. Прояви силу воли, слушай голос разума, не поддавайся никаким соблазнам, одурмани себя, думай о своем будущем. За здоровый образ жизни.
На территории детского оздоровительного центра «Дружба» Витебск-Облгаз, что на Шумилинщине, состоялась спартакиада работников органов государственного управления Витебщины. В спортивном состязании приняли участие 27 команд, которые представляли все райисполкомы, администрации городов, а также областной исполнительный комитет. Не остался в стороне от спортивного мероприятия Бешенковичский край. Команда, которая должна была справиться с испытаниями, состояла из 14 человек – 7 мужчин и 7 женщин, которые на деле доказали, что дружат с физической культурой. Открыл спартакиаду председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, который отметил, что данное мероприятие положит начало важной традиции. В спортфестиваль вошли парковый волейбол, армрестлинг, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, шашки, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, конкурсы мега-дартс, точно в цель, туристическая полоса препятствий, броски в баскетбольное кольцо. Стоит отметить, что в отдельных видах программы отличились и наши земляки. Так, первые места в состязаниях по армрестлингу завоевали главный специалист отдела экономики районного исполнительного комитета Руслана Олеговна Яцук и заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма районного исполнительного комитета Александр Иванович Ярошов. Кстати, Александр Иванович пополнил наградную копилку почетным вторым местом в гиревом спорте. Среди 27 команд-участник бешенковичские спортсмены стали девятыми. Победители награждены дипломами, медалями и кубком. За безопасность дорожного движения. С 15 сентября в Витебской области стартует акция «Время стать заметным». Во время акции будет проводиться широкая информационно-разъяснительная работа о правилах безопасного участия в дорожном движении среди пешеходов, велосипедистов и водителей гужевого транспорта. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнят о пользе использования светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Профилактические мероприятия продлятся до 25 сентября. В правилах дорожного движения пункт 17.1 строго закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части. За нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевой повозкой или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим механическим транспортным средством, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, от 180 до 540 тысяч белорусских рублей. За нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 базовых величин – 540-900 тысяч белорусских рублей. Сотрудники госавтоинспекции призывают всех граждан принять непосредственное участие в проведении данного мероприятия и тем самым не допустить гибели и травмирования людей на дорогах. Дорогие друзья, средства массовой информации района, газета «Заря» и программа «Бешенковичское районное радиовещание» изо дня в день пишут летопись нашей с вами маленькой родины. Мы рассказываем жителям района о деятельности органов государственного, местного управления и самоуправления. Информируем население о важнейших событиях в политической, экономической, социальной и культурной жизни района. Освещаем проблемы демографической безопасности и множество других. В настоящее время во всех отделениях связи принимается подписка на районку на октябрь и последующие месяцы текущего года. Мы рассчитываем на ваше понимание. Надеемся, что «Заря», как и раньше, будет долгожданной гостьей в вашем доме. Оставайтесь вместе с нами. Кто должен заботиться о безопасности дома? В первую очередь его хозяин. Прислушайтесь к советам МЧС. Не эксплуатируйте неисправное печное отопление и не пользуйтесь для обогрева жилища неисправными и самодельными электронагревательными приборами. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Включение в сеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности может стать причиной пожара. Уходя из дома, выключайте все электроприборы из сети и обязательно установите автономный пожарный извещатель. Безопасность в доме – дело каждого. Берегите себя. Вот и все на сегодня. На этом программа «Бешенковичское районное радиовещание» прощается с вами. Наши контактные телефоны 4-17-73, 4-11-09. А я желаю вам удачного дня и хорошего настроения. До встречи в следующем.